Если хочется жить на широкую ногу, сначала нужно натренировать загребущие руки. А если хочется получить дозу позитива, нужно смотреть мои видео. Приветствую вас, уплетающие хомяки. С вами Федорович. А в этом видео я вам покажу фантастические и нереальные моменты не только из единоборств, но и из других видов спорта. Так что приятного аппетита! В единоборствах, как в супе из столовой, можно повидать всякое. Но уважение бойцов друг к другу всегда должны быть на первом месте. Делая колхозную корягу, Враблевский так зарядился, что после промаха у него вылетело плечо. Но Чапелия не стал сносить однорукого бандита, а наоборот, подошел и исцелил своего соперника. После чего бой продолжился, и целитель смог полноценно нокаутировать своего пациента. Без предмета нет тени, а без близких нет в жизни счастья. В финальном марафонском забеге Джонатан Браунли, будучи лидером гонки, за пару сотен метров до финиша начал терять сознание. Но его сзади догнал брат Алистер и, подхватив под руку, дотянул до финиша и толчком заставил финишировать. По правилам помощь от сторонних людей запрещена, но от соперников разрешена, что бывает крайне редко. Чтобы обрести вечную славу, нужно сделать славное дело. Прямо как Бакли, который невероятным ударом сотворил историю и лучший нокаут UFC. Невинная сосна всегда радуется тому, что из нее сделают гроб для дровосека. А вот для аутсайдеров в спорте поводов для радости маловато. Но они бывают. Этот заезд стал самой неожиданной победой на Олимпийских играх, когда австралийский бегун, будучи далеко сзади, использовал технику разящего ветра и снес всех фаворитов, расчистив себе путь. Когда сходятся два великих воина, всегда остается загадкой, кто достоин большего уважения – победитель или проигравший. Так же было в бою Емельяненко против Рендлмена. После невероятного броска, от которого все зрители затаили дыхание и гадали, жив ли Федор или просто сломал шею, но тот даже не повел и бровью и переиграл позицию в свою пользу, одержав победу. Полюбуйтесь на это невероятное исполнение аута в лучших традициях мастеров кунг-фу. Мужик забил гол, сделав сальто, который был засчитан, ведь вратарь коснулся мяча перчаткой. Вот он, настоящий кунг-фу футбол, не то что в фильмах. Алкоголик с точки зрения обезьяны – это то, до чего может довести тяжелый труд и жена макака. Но для настоящих спортсменов тяжелый труд и дисциплина – это основа. Сулейман Оглу – один из самых титулованных тяжелоатлетов в мире, который уже в 16 лет установил мировой рекорд в рывке, а затем в весовой категории до 56 кг смог поднять вес, который троекратно превышает его собственный. Настоящий человек-муравей. Легендарный Мухаммед Али славится многими вещами, но своей защитой особенно. В этом моменте он, держась за канаты и не защищая голову руками, смог уклониться от 21 удара. Порхай как носорог, жаль как подснежник. Иногда победу нужно вырывать зубами, а иногда она сама идет тебе в руки, как Армину Недереру, который и не надеялся на победу, а просто вышел прокатиться в удовольствие на Олимпиаде в 2014 году в Сочи. Спускаясь последним на этапе ски-кросса, мужик, видать, будучи лучшим учеником бесконтактного мастера, одновременно завалил всех троих соперников спереди и на полном расслабоне пришел первым. Для того, чтобы алмаз обладал блеском драгоценного камня, его нужно отшлифовать. А для того, чтобы побеждать на соревнованиях, нужно проявлять волю к победе. В эстафете на 800 метров американка Зия Холманд приняла эстафетную палочку от своей коллеги, которая бежала с безнадегой в глазах, имея 4 секунды отставания, что очень много для такого формата.
Но собрав всю волю и свои накачанные булочки, она побежала как горная лань и наказала всех соперниц, одержав феноменальную победу. Если вы думали, что шаолиньский футбол – это лишь выдумка обкуренного режиссера, то очень зря. Его герои до сих пор участвуют в официальных матчах и забивают феноменальные голы, как Мак Оксли из второй лиги Шотландии. Девушки всю жизнь ждут принца на белом Мерседесе, а приезжает голый и пьяный король на автобусе. А зрители ждут от спортсменов красивых выступлений, но иногда получают фильм ужасов. Тимур Маргунов на соревнованиях в Марокко, приземляясь после прыжка, неудачно налетел на шест, пронзав себя как бездушный шампур-шашлык. Вот и думай теперь, какой вид спорта самый травмоопасный. Есть настоящие бессмертные мастера, и неважно, чем они занимаются, ломают сотни врагов или отдыхают на лыжах, они всегда остаются неуязвимы. Как этот красавчик, которого все уже хоронили, а он не получил ни одной травмы. Иногда кажется, что держишь бога за бороду, а это оказывается хвост осла. Точно так же произошло с Патриком Штефаном, который вышел на пустые ворота за 10 секунд до конца матча и мог похоронить соперника, став героем команды. Но, наверное, тренер Эдмонда был мастером вуду, так как у Патрика сначала подскочила шайба, а потом он сам плюхнулся на лед, как мешок. Но самое веселое то, что соперники ушли в контратаку и сравняли счет. И все это за каких-то 10 секунд. Ничто так не бодрит человека, как чашка горячего кофе, вылетая между ног. А настоящего профессионала бодрить не нужно. Он всегда может сделать то, что тренировал годами. Знаменитая петля Ольги Корбут, которая на данный момент запрещена на официальных соревнованиях, невероятный элемент, который навряд ли сможет сделать даже самый великий мастер Шаолинь. Настоящий спортсмен всегда отличается истинной волей к победе и готовностью ради нее на все. Прямо как Infinity Tucker, который на финише забега решил использовать прыжок Супермена, чтобы вырвать победу. Даже пушистый заяц может проявить храбрость льва, а настоящие бойцы в ринге это делают постоянно. Но когда железную силу воли демонстрирует хрупкая гимнастка, это заслуживает огромного уважения. Олимпиада 1996 года. Американская гимнастка Кэрри Страк в прыжке через козла серьезно травмирует лодыжку, но несмотря на это выходит на очередную попытку, ведь именно от нее выступления зависит судьба золотых медалей. Собрав всю волю в свой нежный кулачок, Кэрри идеально выполняет упражнение и приносит своей команде золото. Правда, ее после этого уносит на руках тренер. Есть чудеса, а есть магия. Прямо как этот гол с обратной стороны сетки. Здесь явно не обошлось без Хоттабыча. Всегда тяжело быть белой вороной среди воробьев, а быть черной фигуристкой еще сложнее. Сурия Банали из Франции была очень талантливой спортсменкой, но имела дерзкий характер и чернокожих родителей, что 20 лет назад было решающими факторами. Понимая, что ей не стать олимпийской чемпионкой, она закончила свою карьеру с запрещенным элементом сальто назад с выходом на одну ногу, заставив весь зал взреветь от восторга. Что только люди не придумают, чтобы назвать себя спортсменом. Вот, например, вы знали про фрисби-гольф. Но даже там умудряются получать травмы, а значит, у тебя суровый спорт. Если для вас Спайдермен непоколебимый авторитет, и вы уже не раз использовали его технику при посещении любовницы или при спешном исчезновении от любовницы, тогда вы наверняка оцените мастерство Арии Сусанти, которая на Кубке мира по скоростному скалолазанию установила рекорд и взлетела на 15 метров за 7 секунд.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой момент вам понравился больше всего. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы вы можете, став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники в стиле муай-тай, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем», куда я даю полезные фишки, наработки, мотивирую и анонсирую предстоящие спортивные движухи. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Защита! Нога где-то, раз-два! То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! Хоба! Опа! Вот так.